Віта, це програма План на завтра. Я Анастасія Рінг. Сьогодні у мене в гостях волонтер, дуже незвичний волонтер. Роман Торговицький, засновник проєкту Серця воїна. Привіт, привіт, дуже Спасибо. рада тебе бачити. Дуже слухай Романе. Я дуже багато про тебе чула. По-перше, те, що ти вже два роки живеш в Києві, приїхав до Києва з Бостона. А по-друге, те, що ти зараз створюєш дуже велику організацію, плануєш займатися психологічною реабілітацією воїнів. Ато. Я хотел сначала заметить, что мы занимаемся, да, психологической реабилитацией, но я бы сказал, что мы больше занимаемся психологической поддержкой воинов АТО. А, и причем занимаются этим не психологи, а ведь сами ветераны, которых мы тренируем. И более того, я бы сказал, что это фактически только маленькая часть того, что мы делаем. На самом деле мы пытаемся построить а, такие заростки нового общества, основанные на нескольких принципах. Uh, первое – это то, что у человека есть ощущение, что он может меняться, и он может менять и себя, и uh, пространство вокруг. Але давай начнем с твоей uh -huh. истории власная. Ты в Украину приехал, у тебя нет никакого корня uh -huh. в Украине. Ты приехал в Украину с Бостона. Как это сталося и чему самое? Uh, так получилось, что я приехал на Майдан. в свое время просто приехал посмотреть и увидеть для себя, если ты фашисты на Майдана или нет. Це было в 2014 уже. Это был январь 14 -го года. Вот. И меня просто покорили люди на Майдане, я начал брать интервью. Начал делиться этими интервью у себя на Фейсбуке, и, и в течение дня друзья, которые мне говорили, что ты едешь к фашистам на Майдан, начали пересылать средства на медицинскую помощь. Вот. А потом я вернулся сразу же после расстрела 21 февраля, и вот то ощущение, что люди, с которыми я общался, палатки, в которых был, оно было все сожжено. И острое ощущение, что те люди, которые стояли за изменения, которые пострадали от этого, что общество может о них забыть, потому что никаких реабилитационных мощностей физических. І психологічно і. Тобто ти вперше мало. тоді ще замислився. Але я знаю, що ти закінчив Гарвард. Uh -huh. І в тебе дуже цікава професія. І у тебе був власний бізнес, але ти все залишив в постані і приїхав в Україну, щоб створити ну, цю організацію, яка зараз займається психологічною допомогою воїнам АТО. По образованню я математичний епідеміолог. Я займався відслідуванням в нескольких областях. Одна з них это медицина сна. вот, визуализация мозга и потом, собственно, математическая эпидемиология, то есть это математические методы моделирования а, в медицине. Так получилось, что я где-то лет 10 назад а, принимал участие как активист в ближневосточном мирном процессе, и в результате этого достаточно эмоциональный вопрос а, Волонтером, я был волонтером ики я был волонтером тоже гуманитарная миссия медицинские миссии я работал в израиле и на оккупированных территориях вот и в результате моего активизма как-то много людей хотела меня убить меня это расстраивала немножко я как раз в это время писал диссертацию по медицине сна и вот так получилось что через чрезмерное напряжение. Вот. Я потерял сон. Травмы. И в конечном счете, долгая история, но в конечном счете я как бы создал систему для себя, как через тело э, иметь эффект, влиять на нервную систему и восстанавливать основные функции нервной системы, включая, э, включая сон. То есть твой цей проект, он сейчас подгрунтям базой для твоей волонтерской организации «Сердце воина», На основании этого я создал стартап в Америке, который несколько лет мы очень быстро развивались. А потом, когда я занялся проектом по Украине, на основании бодинамики, это телесно-ориентированная психотерапия, развила метод работы с ветеранами, именно обучение ветеранов, чтобы они потом делились методиками э, стабилизации и телесными и нервной системы с другими ветеранами. Как это работает? То есть работать с психологией через тело, так? В том числе. Э, это фактически комбинация. Мы комбинируем работу с телом, э, работу на когнитивном уровне. Мы даем вводные тренинги по всей Украине. Это дает возможность ребятам узнать, что мы предлагаем. И нам посмотреть на ребят. И потом они идут на двухдневный тренинг. А, и после этого мы выбираем а, самых мотивированных ребят, которые хотят сами меняться, которые готовы сами меняться, и которые готовы потом делиться этими знаниями а, с другими а, ветеранами. После этого ребята проходят 16-дневный тренинг. І по цілісним методам, і по психологічним методам роботи тобто ви створюєте мережу тренерів, які будуть давати цей комплекс іншим воїнам. Да. Немає ніякої системи державної, яка б працювала з людьми, які повернулися з війни. А наскільки складно тобі, як людині, яка працює з боку волонтерської ініціативи, наскільки складно побудувати цю систему? Тобто, фактично, зараз це в основному на волонтерських організаціях, на з Майдану, яка працює, дуже багато робить. А мы работаем, есть параллельная организация «Побратимы», и вот как бы, ну, есть локальная, много локальных организаций, которые в каждом городе. То есть, нет такого государственного процесса, но есть волонтерские рухи, которые, ну, разными способами работают с людьми, ну, заточниками. Да, да, абсолютно. Фактически цель создать что-то, какую-то систему видения, как это должно работать Разумило, уже на более государственном для... уровне. Поддержка ветеран-ветерану, где на самом деле это не о посттравматическом стрессовом расстройстве, а это именно о попытке построить новое общество. И мы работаем с ветеранами, да, потому что ведь ребята, люди, которые прошли войну, первое, очень часто, больше, чем в гражданском обществе, у ребят есть ощущение, что на самом деле они могут что-то менять. Потому что многие пришли оттуда с Майдана, многие волонтеры. Существо считает, что эти люди, они как-то травмованы. А на самом деле, люди, которые прошли через войну, они намного сильнее выявляются, за людей, которые... Да, завидуют. то есть у, у ребят есть ощущение братства, ну, угу. ощущение плеча. И это это очень важно. На гражданском обществе этого намного меньше, поэтому... Фактически нам так повезло, что мы работаем э, с людьми, у которых ценности, базовые ценности уже очень похожие. И когда мы говорим о травме, да, она присутствует. Mm -hmm. э, но все, что нужно сделать, это просто часто дать человеку правильный инструмент, как проработать эту травму, допустим, там проблемы со сном, какие-то uh -huh. телесные боли, да, то есть они с этим можно работать, они выводятся, но остается и благодаря, благодаря этому остается вот такой вот я не знаю цветок лотоса, который э, раскрывается и фактически появляется человек с другими э, с другими более мощными ценностями. как прошла эту трансформацию страх Бил. такие да, стрессы ну. феноменальный пример у нас есть ребята которые прошли через плен которые спали по 15 минут угу. потом просыпались делали что-то несколько часов потом опять пытались соснуть на 15 минут и ребята приходили к нам вот как бы в таком состоянии у них не было они не общалисьми да и А вот сейчас прошло 4-5 месяцев, это совершенно другие люди, которые стали э, тренерами в организации. Э, один э, из них, Андрей, пишет э, книгу и очень успешно делится своим опытом. То есть э, трансформация совершенно э, феноменальная. И тут именно вот, э, в течение тренинга удается открыть... Вот открыться вот этому цветку, то есть этим новым ценностям, которые человек э, uh -huh. понял для себя, и найти новый путь в жизни, потому что человек, который прошел ну, вот такие экстремальные военный стресс, Уже таким же, як до війни, не стане, він стане другим. І тут очень важно відкрити знайти цю нову дорогу uh -huh. для себе, тобто збудувати цю нову систему координат, в якої людина uh -huh. починає існувати. А взагалі а, наскільки багато тренерів зараз працює по Україні? А зараз у нас 16 uh, тренерів. і uh, uh, тренера, ребята, які пройшли через, через тренінг. но это не конечная точка, потому что сейчас э, следующая идет стадия это годичное образование уже более глубинное в телесных э, практиках а у ребят после войны от броников э, появляется очень часто боли и в плечевых суставах, угу. и в шее и в пояснице и то что происходит когда появляется болезненные ощущение в теле мы их игнорируем но это нас э, угу. перестимулирует нервную систему влияет может ухудшать качество угу. сна и вот как бы, базовую вещь, которую мы делаем, мы как бы, начинаем э, снимать все эти болезненные ощущения из тела. И когда эти болезненные ощущения уходят из тела, то человек уже как бы, э, успокаивается, расслабляется и появляется намного э, uh -huh. больше возможностей, восстанавливается сон. Например, очень часто, когда ветеран возвращается на гражданскую, то э, появляется непонимание э, с семьей, с друзьями. Uh -huh. а, часто ребята говорят, что там мы, люди могут им бросить там, мы вас туда не посылали, чем вы занимались, да? И вот э, мы фактически даем инструмент, как э, стабилизировать, как не, как сделать так, чтобы как тебя не выбросить. Как не дать в, в первые пять Просто как так? не дать по морде сразу же, <laughs> а как простабилизировать себя. И потом уже, когда угу. ты стабилизируешь себя, у тебя есть выбор, что делать. То в сообществе тоже нужно научиться правильно относиться к атошникам. Угу. А если говорить про это правильное ставление, оно каким должно быть? Просто первое это осознание, что человек прошел через экстремальный и интересный опыт и не бежать к нему сразу же там, с криками, что мы тебе поможем и так далее. Почему? А... Это людей? Самое основное — это установить, это, в принципе, mm -hmm. ну, такой базовый принцип, который мне очень импонирует, нравится в бодинамике. Основное ⁇ это установить глубинный контакт mm -hmm. с человеком. Неважно, в принципе, это боец или вообще человек, который никогда не был mm -hmm. на войне, но это просто установить контакт. Что под этим имеется в виду, что э, слышать человека, а когда ты пытаешься, ну, видишь, допустим, ветерана, и ты сразу же бежишь к нему с криками, и сейчас, как я сейчас mm -hmm. тебе э, помогу, то ты его еще не понял, ты не выслушал его, ты не понимаешь что человек хочется. Часто все, что хочется, чтобы тебя просто выслушали. Да, выслушали без каких-то там оценок. комментариев, без оценок, просто тебя э, выслушали. А часто мы начинаем бежать, э, помогать из-за того, что нам становится некомфортно, а в том, что человек прошел через войну, мы сами там не были. А мы не понимаем, что через что человек прошел. Нам как-то некомфортно. Нам некомфортно просто сидеть, смотреть человеку в глаза э, и слушать его. И это самое сложное, что обществу нужно научиться. Просто расслабиться, спокойно сидеть и сказать себе, что вот следующие полтора часа, следующие два часа или следующие двенадцать часов, если нужно, то я буду с тобой, я буду, э, я буду слушать. Mm -hmm. Не обязательно даже mm -hmm. что-то mm -hmm. делать. Mm -hmm. Не mm -hmm. Потому что mm -hmm. когда, как только ты начинаешь пытаться вылечить э, человека, да, то ты mm -hmm. фактически ставишь себя ну, в какой-то степени выше, да, что ты чуть ли не врач, хотя ну, mm -hmm. гражданское общество не является mm -hmm. врачом. А человек, который прошел э, войну, у которого появилось намного больше опыта, чем у гражданского населения, причем опыта чисто даже и практического, но даже как бы чисто философского. То есть это новое осознание жизни, это новые ценности. Поэтому у общества есть есть очень многое, чему общество может научиться, если оно просто, грубо говоря, заткнется и э, спокойно расслабится То -то и начнет слушать. А тошники, та посттравматичный синдром, це не проблема це, ну, в целом. В этом есть какие-то возможности для общества. Это колоссальная возможность научиться. Ну вот точно так же, как, я не знаю, в индейских племенах э, такие старцы, к ним молодежь uh -huh. приходила и вот, слушала, uh -huh. и училась, и было уважение к этим старцам. Да? Uh -huh. То есть это, наверное, аллегория к тому, что старец не обязательно должен быть человек, который, значит, которому там 105 лет, человек, который прошел много в своей жизни, uh -huh. и есть многое, чему можно uh -huh. учиться. Есть другой просто элемент, что, да, есть какие-то травматические вещи, и ребятам... Ребятам своей стороны да, и, и женщинам, которые прошли через войну, нужно понимать, что если у них ухудшился сон, если они чувствуют, что их э, какое-то малейшее непонимание в автобусе выбрасывает бешеные эмоции, то им просто нужен инструментарий, который их научит э, uh -huh. более спокойно реагировать на ситуацию и работать с собой. То есть ребятам нужно это осознать, а обществу нужно осознать, что, что есть очень много, чему общество может научиться. А где это новое место этих людей? Я понимаю, что в этом вопросе нет универсального ответа, но, как говорят наши люди, где себе шукати нашим атошникам? Ну, мне кажется, абсолютно везде. Просто, ну, вот, как, допустим, у нас построен тренинг, что после последней стадии тренинга, на самом деле, последняя стадия тренинга заключается в переориентации. То есть после того, как ветеран получил весь инструментарий, после того, как он опробировал или она, а после того, как появилась практика и mm -hmm. применение этого инструментария при общении с семьей и в обществе, человек задумывается о том, а каким он себя видит через пять лет угу. и чем он хочет заниматься следующие пять лет для того, чтобы дойти до, до своей цели. И это очень сильно зависит от интересов человека. Наверное, просто важно понимать, что у прошедших войну есть колоссальный, очень ценный опыт, который можно применять и при консультации, например, управленцев в частных угу. организациях, и uh -huh. в государственных организациях, и в волонтерских организациях, но это выбор самого человека, это зависит от его интересов. Самое главное получить инструментарий, который позволит ветерану опять стать еще более сильным. Какой ты видишь Украину, то украинский суспирство через пять лет? Я, наверное... Я не могу сказать обо всем обществе, я могу сказать только о, вот, э, об маленьком обществе, в котором я работаю. И я это вижу как э, уже сотни тысяч людей, которые прошли через наш тренинг, и у которых есть э, вот, базовые ценности, которые мы разделяем. И это фактически включает в себя инновации. Инновации это фактически Uh -huh. часть а, веры это вера человека в то, что можно изменить. Если ты хочешь, то можно uh -huh. изменить и себя, и свое а, пространство. И второе, это, это реальная а, ниточка между людьми. Это вот такое побратимство, что ли. А, это возможность на глубинном уровне слышать человека и чувствовать человека это на данном моменте в гражданском обществе я вижу что это колоссальная проблема потому что очень много людей не имеют э, навыка слышать и слушать а если нет еще. да угу. а если нет навыка слышать угу. и слушать то невозможен глубинный контакт потому что в диалоге каждый говорит э, о своем и вот то пространство которое мы строим вокруг нашей организации это именно люди которые готовы и хотят, слышать и слушать друг друга. И поэтому быть вместе. И когда образуется вот стая, реально стая людей, у которых похожие ценности, которые готовы поддерживать друг друга и слышать и слушать, то образуется очень, очень мощное пространство. Чем мотивировала тебя? Ты знаешь, самое первое, наверное, это то, что просто меня тронуло на человеческом уровне просто люди. Потому что на тот момент Майдановцы. А на тот момент я, у меня было две работы, как математический эпидемиолог я работал, и свой стартап, поэтому я работал по 18 часов в сутки и вообще не следил ни за политикой, ни за чем. Но когда видишь такое количество людей, и млад, и стар, которые зимой а, выходят и спят в палатках, потому что они хотят изменить общество, то просто очень сложно не пропитаться самым глубинным чувством, к людям и просто хочется сделать что-то, хочется помочь в этом изменении, потому что очень редко, когда видишь людей и встречаешь людей, которые верят четко, что изменение возможно. И мне кажется, что вообще в обществе это самое ценное, потому что если в обществе достаточное количество людей, которые верят, что изменение возможно, Так да, у того общества є прекрасне майбутнє. Я знаю, що ти багато подорожуєш, і у тебе є навіть вчителі, які живуть в дуже різних країнах. Якщо порівняти українське суспільство зараз з тими суспільствами, де ти, де ти буваєш дуже часто, який є потенціал український, якого ми поки що не усвідомили і поки що не бачимо, страна щас знаходиться на такой стадии, где, возможно, э, достаточно быстро э, много изменений. И я понимаю, что э, очень часто складывается ощущение, что э, реформы идут очень медленно, и я никоим образом не являюсь специалистом по реформа, но тут вот то, что мне интересно, да, я могу поделиться то, что мне интересно, это именно вот у каждой страны есть момент, где возможны изменения, и мне кажется, что Украина находится именно в том моменте, где э, каждый человек, который понимает для себя, как он хочет измениться, может меняться. Каждый человек, который видит, как его район, микрорайон или город или профессиональное суспидство хочет меняться, может четко себе прописать, что мне нужно сделать для того, чтобы это изменилось. И с одной стороны сложный момент заключается в том, что у многих людей, у многих волонтеров, которые работали и поддерживали армию и Майдан, уже люди выдыхаются. я такие вещи. Да? А, и именно поэтому тут важный момент, что нужно работать не только со внешним миром. Если ты работаешь со внешним миром, но забываешь о себе, постепенно у тебя все равно упадет уровень энергии, и ты э, начнешь задыхаться и, при, и прекратишь изменения во внешнем мире. Поэтому вот этот момент важен, что нужно все равно работать над собой. И поддерживать свой внутренний энергетический запас. Это как раз часть того, что мы того инструментария, который мы и делимся ветеранам. Но если ты работаешь над собой и постоянно поддерживаешь внутренний энергозапас, то уникальный моме момент в жизни страны, где есть возможность многое что изменить и сделать страну инновационной и уникальной. А еще я думаю, что сила Украины вот в синергии, которую Украина показала во время Майдана, и это на самом деле феноменально. Нам посчастливилось работать с многими организациями, которые были рождены на Майдане. Я уже вот реанимационный пакет реформ, одна из них. Также недавно мы начали работать с юридической сотней, с центром занятости вильных людей, центром развитку лидерства. Это все организации, которые работают с ветеранами, и включая Раду волонтеров при Министерстве... Оборони і студіяни, то є удається формірувати э, вот таку коаліцію організацій, які працюють в одному напрямку. Американський соціолог Елвін Тофлер, який написав книгу Шок майбутнього Футрошок. Він каже, що людина майбутнього вона ставиться до свого життя як до такого виклику. до Процесу, який можна творити, я вважаю, що ти дивак, і ти людина майбутнього. Я тобі дуже вдячна за те, що ти знайшов час, щоб прийти до мене в студію, а також за ту роботу, яку ти зараз робиш. Це була програма. План на завтра. Мріємо про майбутнє діємо зараз. Побачимось.